Всем привет, это канал Туманов Плей. С вами Владимир, и мы играем в Uncharted 3 Иллюзии Дрейка. Глава называется «В нору». Что? Пошли. Ну да. Идем следом за Салли. Давай, Чарли, чего ждешь? Да, да, ладно, ладно. Ты чё, Чарли, мы с тобой сейчас такую сценку кончится. Разыграли. Сейчас все кончится. А, он боится, скоро, короче, скоро таких. Уже почти, ну вот и все. Не так уж и страшно. Замкнутых пространств, походу, боится. Да что с тобой? Ничего особенного. Ладно, побежали. Все думают, что мы погибли, в общем, вдвоем с Салли мы лежали. Закрыто. Чарли нас пристрелил, и это было не по-настоящему сделано. Стойте, можно обойти. Куда? Ну вот сюда, если наверх. Ну да, ну да. Или применить силу. Блин, как ты так открыл? А это идея. Чё, я зря обойти хотел, да? Спина высокая. Вот. Давайте. Давай, прыгай. Вот это. А, подожди, вот это сдвинуть по-любому можно, давай. Да сядь ты, толкай уже. Сейчас. Будь добр, приложи усилия, время поджимает. Да вы могли бы так-то помочь мне. Спасибо за помощь. Ну, шевелитесь, лентяй. Давай быстрей. Так. Никого нету, темно, похоже, кстати, вообще. Путь свободен. Ночь. Ты с головой поосторожнее, а то... Башкой он мне дал. Привет, парни. Здравствуй. Хлоя, привет. Прямиком из преисподней. А ты бы видела, Хлоя. Все прошло идеально. Что примолк? На тебя не похоже. Ну, скажем, Чарли перестарался самую малость. Началось. Аж голова гудит. Да брось ты. Ничего, голова — это кость. Похоже, я много пропустила. Да, разыгралась такая драма. Как смешно. Проблемы были? Нет, никаких. Тебя точно не заметили? Да точно. Ну, где наша старушка-веселушка? Вон там, видишь дверь? Зеленую. Машина въехала туда давно, и с тех пор тишина. Они еще там? Ну, я все это время наблюдала. Будем проверять, сейчас там они или нет. Не выходи. Это необходимо? Вряд ли они нас ждут. Ты их недооцениваешь, а зря. Да мы только глянем одним глазком, по-тихому. Да, конечно. Но если что, стреляй, а уж потом разбирайся. Понял. Ладно, пошли. У меня было страшное искушение просто взять этот кейс и уйти. Да, у тебя на лице все написано. Поверь мне, наша цель куда круче. В моем возрасте лучше синица в руках. Фу. Я не говорил? Да ладно. Ну, я надеюсь, ты не ошибся. Все тихо. Что-то слишком тихо. Думаешь, они там? Ну, мы же не можем просто так взять и вломиться. А как туда? Там, наверное, уже давно никого нету, блин. У нас нет времени тут торчать. Сейчас я проверю, подожди. Я проберусь внутрь. Вы ждите здесь. Есть. Вот так. Хорош. Ай, держись. Дрейк! Дрейк, блин, а что случилось-то? Что надо было сделать? Дрейк так никогда же не падал раньше, куда-нибудь цеплялся. Что надо, может быть, вниз было спуститься опять? Или зацепиться, хотя там... Как зацепиться-то? Ну-ка, давай ползи. Вот, давай мы аккуратно сейчас. Вот, вниз, спускайся. А, вот так надо было просто кнопочку нажать. Все, поползли. Да, ты уж прости. Вечно под ним трубы ломаются всякие. Так, дальше куда? Нифига, что так высоко-то лезем? Что, просто в ворота нельзя было зайти, сломать что-нибудь? А видок-то какой, ребята, посмотрите, как круто. Ночной город.
Ползем. Не знаю, правда, как здесь он собрался проходить. А, вот, можно где пройти. Где хоть какое-то окно можешь открыть? Эй, хорош. Да чё всё ломается, падает. Чёрт. За ящичек. А, вот окно, кстати. О, чёрт. Так тут никого нету. Пусто? Куда она делась? Чё-то кто-то обманывает меня, походу. Ну-ка. А если сюда вылезти? Ну-ка, вниз. Не, я говорю, что-то здесь не так. Кто-то что-то обманывает. Может, Хлоя что-то не так досмотрела? Никого нет уже реально, ни машины, ничего. Вот как они заехали и где? Куда же они делись? Как это может быть? Под пол, что ли, провалились? А вот следы, кстати, смотри. Следы, 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 и все, и закончились следы. Не, что-то не то, надо дверь открыть под это. Че, они же ждут там? Давай дверь откроем. Как? Помогите мне. Да-да, сейчас. Давай, толкай. Машины тут нет. Вы ее видите? Не понимаю. Черт. Не тот гараж? Нет, зеленая дверь, тот самый. Нет, мы теряем время. Этот чертов кейс нравится мне все больше. Погоди, они куда-то здесь смылись. Растворится в воздухе. Должно быть объяснение. Надо просто. Ну следы, найти. Смотри, следы же есть. Чего вы тупите-то? Они здесь были. Чую выхлопные газы. Вот именно. Во, погоди, где-то подсказка была. Стой. Следы шин. Все еще мокрые. Здесь машина свернула. Я тебе говорю, повернула. И здесь они куда-то вот через стену, походу, проехали. Посмотрите. А, нажимается, смотри. Надо встать четвером. Встаньте на... Это же у нас умник. Что мы упустили? Давай шинами вставайте вот сюда, вот так же, как шины должны быть. Четыре шины, встаньте. Салли, ты чё там? Где? Чё ты нашла? Не, ну давай, каждый вот так же может встать. Хм, какой-то механизм. Может быть. Четыре колеса, четыре кнопки. Саля, встань вон там. Давай, всё понятно, здесь всё просто открывается. Мы сейчас куда-то уедем, либо вниз, либо ворота какие-то, может, стена откроется. Так, на счет три. Готовы? Готовы. Раз, два, три. Давим, прыгаем. И? Должно же сработать. Чтобы включить режим осмотра, используйте... Так, а что, ну давай осмотримся. Режим осмотра. Во, погоди, вот здесь что-то. Стоп. Это свет? Свет. Свет фар. Салли, посвети-ка на стену. Давай, две фары же должно быть. Ну как фары? Вот и все. Прикинь, вот это ход. Вот это мы нашли потайную тут дверцу. Абра, мать ее, кадабра. Вот тебе кадабра, ну. Нейт, с кем это мы связались? Есть только один способ узнать. Туда пойти. Мы пойдем внутрь, жди у фургона. Будем держать связь по рации. Сообщу, когда пройдем туннель насквозь. Куда бы он ни вел. Сваливать будем быстро. Так что будь готова. Ладно. Она умеет уходить от погони. Да, слыхал. Давай будем туннель исследовать. Мне кажется, что это немного странно. Кто поедет на машине под землю? А, сейчас угадаю. Кого-то, кто очень хочет замести следы. Умник. Они пробились к старой системе тоннелей.
Так, смотри, здесь ворота, но ворота закрыты, походу. Они же как-то проехали, наверное, проехали и за собой закрыли. А нам какой вариант? Вот здесь дверь есть. Пойдем просмотрим дверь. Сюда. Дверь-то открывается, наверное. Заперта. Заперта, замки. Ты что-нибудь забыл, как это все делается? Так, замок берешь. Бам, и все, и заходим. Что там? Больше разговоров. Пошли. Все открыто. Здесь можно протиснуться. Наверное. Макдуф, веди. Да что ж такое? Что? Этот лазить боится. Макдуф, начнем. Может, поторопимся? Чарли боится таких замкнутых пространств. С тобой все нормально? Да, просто не люблю замкнутых пространств. Вот и все. Не стой на месте. Слава богу. Что за Макдуф? Есть ли предел твоему невежеству? Стоп. Они здесь! Пошел ты нафиг, как ты нас увидел-то? Ну, лучше так. Некуда. Да. Все, выходим. Нет, парень, глушитель нужен. Тебе крышка! Как крышка-то? Вы чё, пацаны? Никакая не крышка. Полезли наверх. Так, туннель прямо под нами. Мы на верном пути. Так, ну вон дверь открыта, пошли. Надо быстренько пройти. Ну здесь долго вниз. Долго падать придется. Ого. Так, ну здесь-то я-то сейчас быстро спущусь. Так, прыгай. Осторожно, скользко. Все, по трубе сейчас вниз. А, вон сокровище, кстати. Погоди, надо забраться. Надо забраться, это сокровище забрать. Забирай. Кольцо какое-то, да? А, это браслет. Яростный лев. Может, еще есть? Куда собрался? Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно, нормально, за трубу зацепился. Дальше куда? Дальше выходим, еще дверь вот здесь. Там еще, прячься. Ждите, пока они подойдут. Прячься. Сейчас. Стоим здесь. А, куда ты вылез-то? Все, ничего не жди. Уже они увидели меня. Они здесь! Так, стоп. Что происходит-то? Ну-ка, отвали. Есть. Следующий. Салли, надо справиться с ним. Вот и все. Да, могло быть и лучше. Ну как лучше-то? Я чуть-чуть просто вылез. Там наверху есть проход. И лестница. Ага. Да, только она застряла. Да сейчас мы ее как-нибудь... Попробую высвободить. Сейчас высвободим. Погоди, надо залезть просто. Давай. Сейчас. Так, поберегись. Отлично. Вот все, давайте залезайте быстро. Там наверху какие-то двери. Там еще выше можно ползти. Давай, пока лезьте, я вот здесь с ящика с этого залезу наверх. Поднимаемся наверх. Нам нравится вот так ходить, бродить по всяким захолустьям, так сказать. Да куда ты прыгнул? Наверх надо. А, вон еще сокровище, надо спуститься. Стоп. Берем. И у нас это драгоценная брошь. Хорошая брошка такая. Золотая. А как, куда дальше-то наверх здесь? Куда? А, вот труба, по-моему, вот, да? Не цепляется. Ладно, значит... А, вот, я все понял. Надо вот так ползти между трубами. Вот а здесь проползаем. Не поможешь? Да не вопрос. Рычаг, давай дергай. Дергаем рычаг, сейчас что-нибудь будет. А чё не работает? Подожди. Эйч!
Нифига, не получилось. Давай, вместе надо, готов? Давай вместе. Давай. Дергай. Давай, 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 все получится, Салли. Давай тоже силу приложи хоть маленько. Вот. Есть. Осторожно. Так, Чарли, давай. Чарли, ты где? А, вон лезет, все, догонит. Ладно, пошли дальше. Опять туннель. Опять туннель, но они здесь проехали, да. Мы тут шеи переломаем. А нам приходится ползти по всяким катакомбам. Так, вниз что ли туда? И куда мы теперь идем? Погоди, ну тут закрыто, да? Черт, это тупик. Ну, тупик, вниз только туда остается. Все, я пошел. Будьте здесь тогда, я не знаю, может я вам дверь открою потом. Я сейчас разведаю все. Это еще что? Че, вы за мной, Чарли, да, идете? С кем мы тут связались? Офигеть, тут пещера. Но это люди со странностями. Лондонская подземка, ребята, мы вышли на лондонскую подземку. Ладно, посмотрим, что здесь, это в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайк видео, подписывайтесь на канал, кто не подписан. И всем удачи, всем пока.